такой красивый, с новой игрушкой. Лохматый, лохматый. Не стриженный совсем. Ой, да. Всем привет, я Алена, добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем видео распаковка посылок со Сбермегамаркета, с Озон и остальное все от Сбермегамаркет. Посылок много, давайте разбирать. Так, первое. Здесь Сбермегамаркет, я по очень выгодной цене. Ташунька кашляет, все как положено. Заказала туалетную бумагу Зева, две упаковки. И заказала упаковку бумажных полотенец. Что-то какая-то сумма прям такая очень дешевая была. Я заказала. Тош, ну почему, когда я начинаю снимать видео, ты начинаешь кашлять? И так всегда. Ну, успокойся, мой хороший. В общем, выгодные упаковки за маленькую стоимость. Здесь я сейчас смогу найти в телефоне у мужа свои покупки, потому что еще много что идет, еще много что не пришло, но я уже не могу вот это содержать, вот это все, вот это, мне надо распаковать это все. Поэтому вот такая выгодная покупочка. Дальше. Так, чтобы немножко было быстрее и удобнее, я уже раскрыла, но тут разочаровалась. Огромная коробка, а там всего лишь мои вискозные салфетки. Куча барахла, мусора. И вискозные салфетки. Мне очень нравится убираться ими, протирать. Я затошкой, если что, подмыть, где-то что-то убрать, протереть, те же лапки вытереть. Очень удобно. Так, следующая коробка Мегамаркет. Я решила попробовать. Мне на работе девочки все советуют. Вот такие гранулы. Это кондиционер Lenor. Выбор был не сильно велик. Я взяла вот такие. Ну, буду пробовать, надеюсь, хорошие. Как-то отзывы немножко разные. Все это выглядит вот так. Крышечку снимаешь. И внутри гранулы. Аромат приятный, не сильно выраженный. Посмотрим, как себя будет вести в стирке. Буду пробовать. В отзывах после баночках вам потом расскажу. Ну, не дешево. Так, следующая коробочка. Сбермегамаркет. Пупырка. Тут товар для дома. Это ватные диски. Я самые две упаковки. Я за 60 рублей их взяла. Ватные палочки 200 штук. Что-то прицепилось, господи. Две упаковки тоже там что-то по 50 рублей взяла. Какая-то акция на них была. Вот не угадала я немножко с шампунем для у мужа. Helder Shoulders. Тут совсем малюточка, такой прям дорожный вариант. Муж сказал, я вам покупаю большие. Но я как-то потом посмотрела, я не туда нажала. Надо было на большую, я на маленькую нажала. Ну да ладно, пусть будет. Ежедневки Дискрит. Я их миллион лет уже покупаю. Водяная лилия. И гель для душа мужу Old Spice. Только уже не с тигром, а с пантерой. Тоже очень приятный аромат. Он у меня любит такие гель для душа. Так, пакетик. А, не открыла. Ага. В пакетике была туалетная влажная туалетная бумага. Ну, вот такой рулон. Мне кажется, ее все знают. Очень иногда удобно. И в туалете иногда бывает очень удобно. И я еще с собой такую беру в машину обязательно, потому что Тошка часто с нами везде путешествует, ездит. Бывают форс-мажорные обстоятельства. Те, у кого есть собаки, не понимают. Надо быстро протереть, поэтому вот. Так, следующий пакетик. Открыла. А, в Сбермегамаркете мы оплачиваем. Спасибо Сбербанк у мужа. Там рублей 100 максимум тратишь. А, оставались денежки, но я вроде бы для дома все купила. Я решила себе еще чуть-чуть прикупить. Весна, скоро лето, я люблю цацки. Это серебришко, это цепочка. Она 40 сантиметров. И вот такое серебряное колечко с ленточками. Колечко, сердечко. Я, если честно, думала, что она целая, а оказалась она половинка. Сейчас покажу. Вот такая цепочка якорного плетения. Вот такое миленькое сердечко. Но посмотрите, что с другой стороны, видите? Я, если честно, думала, она целенькая. Жалко, потому что на шее повернется, некрасиво будет. Ну да ладно, она там недорого стоила. Серебро, поэтому буду носить летом. Весной, летом. Миленько, красивенько.
Сейчас модно всякие чокеры туда-сюда. У меня полно уже всего барахла. Ну, еще решила барахло купить. Так, следующая коробка. А, нет. Следующую коробку это я себе заказала для косметических средств. Это вот такой стаканчик вспенюватель. Мне стало очень интересно. Так. В общем, стаканчик. Наливаем немножко водички, немножко средства и вспениваем. Не знаю зачем, но я посчитала, что оно мне нужно. Ну, попробую, потестирую, как выходит пенка. Посмотрим, попробуем с вами. Так, следующий пакетик. Так, здесь была вот такая уточка с грузиком. Это уточка в пруд. Еще кувшинки должны прийти. Но, если честно, я немножко ожидала, что уточка будет побольше. Такая уточка. Вроде. Так, следующая посылка. Так, в этой посылке пришла вторая уточка. Только уже желтенькая, как цыпленочек. Будет у меня в прудике две уточки. Желтенькая и беленькая. И пришли кувшинки, которые будут плавать в воде. Просто сверху их бросаете. Можно грузик привязать, чтобы на одном месте были. А можно просто бросить, и они будут плавать. Это все это полиуретан, оно не тонет, оно все на воде держится. Симпатичные кувшинки, яркие, желто-такие салатовые. Если честно, там еще были бело-розовые и бело-голубые. Я думала, если три разные пришлют, а у них рандомно там цвет попадет. Они решили мне желто-салатовые прислать. Надеюсь, в следующий раз закажу, придут бело-розовые. Надеюсь. У них нельзя выбрать цвет, к сожалению. Ну, симпатично, в принципе. Будет прудик симпатичный. Так, следующий пакет. Но я уже догадываюсь, что здесь кто-то уже что-то поковырял, посмотрели. Это мне пришел порошок Персил. Тошечка, хватит кашлять, хватит. Только включаю камеру, начинает кашлять. Не включаю, все нормально. Так, это две упаковки Персила по 3 килограмма. Я их купила очень выгодно, сразу большую не брала, потому что у них на мегамаркете цены такие бешеные. Но я нашла акцию. И купила дешевле 6 килограмм, по 2 по 3, да, получается, дешевле, чем просто взять 6 килограммов. Так что я умею экономить. Так, следующая коробочка. Так, здесь я вижу уже свой полюбившийся гель для душа. Это испанский гель для душа. Они вот так ее хорошо всегда упаковывают, этот гель, чтобы ничего не протекло ни в коем случае. Они всегда хорошо упаковывают, кстати, тут что-то сэкономили. В этот раз я взяла себе другой аромат, чтобы попробовать. Это персик и грейпфрут. У них обалденные софтач упаковки. Мне они безумно понравились. Дыня с чем? С авокадом. Блин, божественный аромат. Ну, я там еще какой-то пробовала. Ой, как пахнет персиком с кислиночкой. Это, наверное, грейпфрут. Их надо совсем чуть-чуть, они хорошо пенятся. И это испанские гель для душа. Классно. Еще с миндалькой надо попробовать. Ну, там много всяких. На выбор есть что выбрать. Так, следующая упаковка. Так, в этой коробке мой дезодорант. Рексона карандашик. И зубная паста для мужа. Комплексная защита Сенсодин. И здоровье десен. Ему стоматолог прописал. Он чистит теперь исключительно только этой пастой. Так, следующая коробка вот такая большая. И на ней опасность дек. Мне прям не помню, что заказывала. Так, много. Безумно много пупырты. Угу, я тут вижу гель для душа свой. Мне как-то коллега подарила на день рождения такой гель для душа. Да, немножко другая упаковочка была. Мне очень понравилось. Густая, прям густая пена. Надо чуть-чуть, приятный кремовый аромат. И не сушит кожу, от слова совсем. Я себе взяла глубокое питание и увлажнение. Немножко другой. Но это все то же самое, только чуть-чуть другое. Поэтому огромный тут литраж мне хватит надолго.
Ну и 4 запасных баллона моего любимого средства для чистки ванной комнаты. Это Майн Либо, средство для чистки сантехники. Самый мой обожаемый, это мой мастхэв, это моя любовь. Абсолютно, абсолютно всем его советую. Чистит просто за секунду. Напшикал, 2 минуты оставил, вышел, чтоб не пахло. И все. И чистота, и блестит, и красота, и белоснежное все. Так, по ссылке со Сбер Мегамаркета пока что закончились, но еще много что идет. Но это я уже вам в следующем видео сниму. И давайте, осталось у меня немножечко озона. Так, упакована в обычный пакет. И это кислородный очиститель. Я твое средство для всего. Я думаю, уже абсолютно все попробовали такие средства. Их полно производителей. А, тут 1 килограмм чудо-очистителя. Для чего оно? Для стирки, для посуды, для чистки поверхности, для чистки сантехники раковин, для обеззараживания. И тут куча вариантов. Ну, все знают, что надо такие средства растворять в крутом кипятке. Вот только закипело, сразу заливаем определенное количество этого средства. И либо погружаем туда вещи, либо какие-то инструменты, посуду. Ну, то, что надо почистить. В общем, тут куча вариантов, как это делать. Сколько этого всего надо. Поэтому я обязательно буду тестировать, пробовать. Если мне понравится, обязательно такое средство закажу своей маме. Так, далее я заказала себе вот такой гибкий ёршик. Он не прям супер мягкий. Заказала его на Озон. Разные отзывы, но в основном все отзывы очень хорошие. Он у меня не разваливается, не рассыпается. Это чтобы чистить ванную. Потому что сколько ни заливай туда средств, волосы у меня очень длинные. Чистить слив хоть как-то, хоть сколько-то. Я думаю, мне эта штука очень даже понравится. Так, следующая посылочка. Так, следующая посылочка — это Эсвицен. Судя по интернету и по отзывам, люди поделились на 50%. 50 на 50. Или даже 40 на 60. 60 за, 40 против. Вот его состав на литр. Здесь получается сколько? 200? 250 миллилитров объем. То есть многие начинают писать, вот, его состав слишком слабый, и это на литр, а тут всего лишь 250. Ну, дозировка-то чем уменьшилась-то? Ребята, не понимаю. Здесь всего лишь 250, ничего страшного. В общем, это средство для укрепления волос. В основном оно написано против выпадения, для усиления их, чтобы они сильненькие становились, упругие, и для роста. Это не столько ваши волосы будут прям переть, как говорится, а новые пойдут. Ваши спящие луковички проснутся и пойдут. В общем, я решила потестировать. Купила себе 2 штучки. Буду активно пшикать на кожу головы и втирать. Посмотрим. Тут еще можно его, конечно, в шампунь добавить. Ну, я буду пока просто на корни. На кожу головы. Попробую. И через пару месяцев вам скажу свой результат. Как? Что? Может лучше, может хуже. Ну, хуже, наверное, не будет. Ну, посмотрим. Поэкспериментируем. Так, следующая посылочка, большая, тяжелая. И это Бишофит. Это магниевая соль для ванн. Я обожаю соли, пены для ванн. Я обожаю валяться в ванне. И муж мой тоже в последнее время очень-очень даже полюбил. Тут сразу 3 килограмма. Упаковка такая, ого-гошечки, серьезная. И посмотрим, что она делает. Мне коллеги по работе посоветовали, сказали, что она супер-пупер, поэтому я заказала. Она снимает напряжение и расслабляет мышцы, уменьшает образование тромбов, снимает боль и мышечные спазмы, способствует засыпанию и снижению стресса, успокаивает нервную и пищеварительную систему, ускоряет обменные процессы, облегчает симптомы артрита, экземы и псориаза, помогает вывести токсины из вашего тела. Хоть полностью ванночку принимай, хоть ручки делай ванночку, хоть ножки. Так что... Я думаю, такой штуки мне хватит надолго. 3 килограмма, как ни крути.
Упаковка красивая, такую даже, знаете, добротно так все. Не стыдно даже, если что, и подарить. В общем, если будет крутая, буду иметь на заметочку своим девчонкам тоже такую дарить. Классно, я считаю. Так, последнее, что я заказала себе на Озон, это утягивающий корсет. Но для меня этот корсет не для того, чтобы ходить на работу или где-то красивый ходить с тонкой талией, а для дома. Я хочу на себе испытать такую методику. Многие девушки, которые занимаются спортом, они всегда используют корсеты. Я поговорила с такими девушками, почитала, послушала. В общем, эти утягивающие корсеты формируют талию и очень даже неплохо подтягивают животик. Я хочу на себе это проэкспериментировать. Не знала, какой конкретно выбрать, поэтому пока что я решила попробовать такой. Так, лучшее качество для каждой женщины. 25 ребер жесткости, дышащая ткань, анатомическая форма, дополнительные утягивающие элементы и качественные материалы. В общем, я решила пока заказать вот такой. Вы можете его посмотреть на Озон. Ссылочки я вам оставлю. Давайте смотреть. Итак, что входит в пакетик? Вот такая брошюрка. Открываем. Тут можно все почитать. Как одевать, как носить, как ухаживать. Пожалуйста, эксперимент. 8 недель СМЭ. Измеряем талии. Куча всего интересного. Подарочек положили вот такую метр в виде рулетки. Мне кажется, у каждой девушки есть метр дома. А тут прям метр рулетка целая. Пленочки еще все. Ой, сейчас. Посмотрите. Прелесть. Прелесть. Нажимаете на кнопку, она обратно затягивается. Классно. Так. И давайте смотреть сам корсет. Сам корсет выполнен очень... О-о-о-о. Он прям такой добротный на ощупь. Это, я так понимаю, дополнительный вкладыш. Да, это дополнительный вкладыш. Есть, как говорится, к чему стремиться. Корсет, смотрим. Ниточек нигде ничего не вижу. Вот тут. Вот тут вижу. Но ничего страшного. В принципе, очень хорошо прошито добротно. Очень много здесь вот этих косточек, ребер жесткости, да? Петельки такие добротные. Это, я так поняла по видео, дополнительная резинка от боковины на перед животика. Подтягивать максимальную. Резинка такая серьезная. А что-то теперь боюсь. Есть прорез вот такой, видите, спереди под грудь. Сзади, короче, наши складочки все подберет. В общем, буду экспериментировать, пожалуйста. Ну, до такой талии, конечно, мне еще, как говорится, расти. Хорошо, что, наверное, есть вкладыш. Ну, посмотрим. В общем, обязательно после своего эксперимента тоже где-нибудь месяц поэкспериментирую. Будет ли вообще какой-то либо результат. Посмотрим. Все вам скажу, расскажу. Но он такой приятный, он как будто... Я понимаю, что это все искусственная ткань. Но он такой приятный. С этой стороны вот такой снаружи более прорезиненный. А внутри ткань очень-очень приятно к телу, мне кажется, будет. Ну, посмотрим. Этот корсет я планирую носить исключительно после работы в течение не более 4 часов дома. Ни на улицу, никуда. Даже с собакой гулять я в таком корсете не буду ходить. Чисто дома. Домашние дела перед сном. Посмотрим, какой будет результат. Так что, девочки, на этом буду заканчивать свое видео. Ой, провод, у меня тут телефон заряжается. Видео получится у меня не маленькие. Посылки еще ко мне идут. Еще идут. И я еще планирую что-то заказывать, поэтому есть и для дачи товары, и для дома, и для красоты, и для ухода, и для бытовухи. Так что, и посмотрите, сколько отходов. Мать моя женщина. О, Тошкина пеленка и Тошка. Извиняюсь за вот эту красоту. Я сейчас все буду убирать, выкидывать. Это ж капец. Это ж капец. Столько отходов мусора. Зачем такие большие коробки упаковывать? Ну, на этом все. Буду заканчивать. Всем спасибо. Всем пока-пока.